Привет, братва, с вами товарищ Атомный, да, и Мехармада против кучи монстряков, вот так вот. Вот также доктор Дебил, он же профессор Правильный, кстати, почему его называл там все время профессором Правильным, если он доктор Дебил? Вот, а? Наверное, потому что он попросил, иногда не хочется быть дебилом, наверное, как-то так. Проходим. Хотя это знатный род, блин, все его знают, все уважают. Так. Что, двигаемся сюда. Вот моя броня, которая выдержит 9 атаки. Замечательно. Нет, так доктора Правильного укусят. За зад. И, наверное, я не буду прав тогда. Авиаудар. Есть. Ну, давай два авиадара вот туда. Я не думаю, что это самая правильная фигня. Давай, броня. Ну, сделал то, что мог. О-о-о! Над мозги не захотели делиться и получили авиаударом. Просто замечательно. Вышло хорошо. Ну-ка, быстренько сюда еще. 6 урона, до свидания. Вот как раз по центру помощи нужна. Вот так вот. Хорошо. Наведение. Ну, должен сюда подойти. Цели обозначены. К бою готовы. Бронебойными залп. Реактивация. Вот так. Красиво, красиво. Реактивация вообще хороша. А авиаударами можно, кстати, попасть по этому невидимке. Отходим сюда. Давай, броня. Ну, вот так вот выдержим, да, 7 у него, атака 10. Ой-о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 й
сюда. Убивай его. Из дробовика. Чтоб по своим не задеть при этом еще. Еще было бы хорошо. Ступай. Так, давай, броня. И убиваем вот тебя. Дальчик быстро вот так. Ну, давайте с разных сторон, чтобы красиво было. Как-то так. Нам надо выжать еще один ход. Ну, по-моему, получается все хорошо. Вот. Конец хода. Не успел ловил удар, блин. Я думал, красивый будет момент, а... Нет. Ответ ботов нет. Команда. Мехи получают плюс 2 урона. Ну, команда не самый-то нужный. Кстати, босс. Наконец-то мы дошли к нему. С этим мы не сражались. Это большое... Ну, понятно. Большое ящерица же. Значит, 10 урона в 2 тайла бьет и игнорирует броню. То есть наши щиты не работают. Я понял. Я понял. Трансформируем. Щиты не работают.
этого 3 движения, у этого тоже 3, 6 брони, 2 брони. Дальше на дорогах двигается. Это же что же? Ну да. Трансформируем пока. Вот так. Тут у нас хорошая местность, высокопроходимая. Поэтому давайте ставим вот так вот. Я думаю, мы расправимся с ним легко. На самом деле, есть у него броня? У него брони нету. Все, собрали. О, так он достает далеко. И игнорирует броню. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, может двигаться на 2. Ну давай, Авиадар, вот сюда. Подходим, доктор правильный, ближе. Идет вот то, что он броню игнорирует, вот это жесть, конечно. Ох, какой он большой. Он прямо очень большой, да? Жутко как, а. Реально жутко. Вам не жутко, мне страшно, мне уже страшно. А надо как-то еще энергию собрать. Вот как мне энергию собирать, вашу мать, а? Броня сюда. Убивай его. Из этого сопротивления. Типа сопротивляется дебафом, да? Доктор правильный. Давай. И... Пока-пока. Ух, у него тройная челюсть была. Вы видели это? Вы видели это? Это жутко. Так, а сколько щит мне дает? Я что-то не могу увидеть. 9. Давайте отойдем. В конце концов. Этот парень вот сюда пройдет. Авиаудары. Наносим четко. Конец хода. Во! Вот так и надо. Смотрите, что я сейчас буду делать. Я сейчас буду делать просто жесть. Значит, авиаудар раз. Авиаудар 2. А доктор не может реактивировать. А-а-а! Как же так? Просчитался, просчитался. О, двойной урон. А сюда, если подъедешь. Так. Наискосок они, кстати, могут ездить. Это интересно. Броня. Так, реактивировать можешь? Да. Ну, поехали. Первый авиаудар. Второй авиаудар. Сюда ракета, да? Вот так вот. И еще. Нормально. Реактивация пошла. Вот это то, что надо, да. Ха-ха-ха. Просто красота. Давай, конец хода. Не, тут броня. Чтобы не получить звездюлей. Все нормально так. Пока так много авиаударов не было. Прям круто, да. Босса мы легко завалили. Значит, все мехи восстанавливаются после боя. Можно проходить по тяжелой местности. Кстати, это нам бы нужно было. Давай берем вот так вот. Хотя лечение было бы неплохо. А куда двигаемся? Значит, здесь у нас есть двойник. Ну, двойное оружие, это фигня. Ускоритель. Аура с ускорением, который больше едет. Ух ты. Вау. Прикольный монстр. Кстати, летающий такой этот самый рыбомеч. Прикольно, прикольно. Я такого босса еще не видел. Так, тут 3 микрочипа, тут 2. Сколько здесь? 1, 2 противника. 3, 4. А если сюда идем? По-любому вот так вот. Энергию берем. 1.
2, 3. Ну, тоже 4 получается. Но тут мы можем взять либо двойник. Двойник мне не нужен. Вот этот корпус тоже не нужен мне на самом деле. А тут у нас эхо плюс одно действие. С одним оружием. Ну, такое и улучшение. Получается, идем сюда против мух сражаться и лазера давай. Улучшение. Броня на максимум, броня еще не на максимум. Больше урон будет, аж 16. 12. Давай, так, это улучшено. И вот эту давай. Все, нам щиты нужны и броня. Я могу 6 мехов поставить, но мне их просто не надо столько, да? Ночная миссия впервые такая, вау. Так, давайте, значит, двигаются мои бронепарни вперед. Сразу улучшение до 12. Вот бы еще полечиться, вот мне бы реально лечение понадобилось бы. Улучшаемся. Мотоциклет вот сюда, доктор правильный, да. Так, к бою. Ну-ка, это заберу. Давай быстренько броню. И авиаудар вот сюда. Доктор правильный, бегом так. Все, ждем. Но немного не так походили, как я рассчитывал. Твою мать! Прикинь, от авиаудара ушли просто. Вот просто ушли от авиаудара. Надо же так, а, ребята. Мух убиваем. Их прям 18 было. Иду сюда, реактивация давай. Замечательно. Тут и броня пригодится. Пока. Давай быстренько сюда. Нет, так будет доставать. Блин, вот этого бы достать, да, авиаударом вообще было бы клево. Ладно, сюда. И сюда. Я понял, что нужно ждать вашу мать. А сколько у них урон? 4-6, 3 раза. Ну это выдержат они. Это точно выдержат. Все, ждем. Красиво так все, да? Вот реально красиво. А у нас же есть такое оружие и сзаду еще, да? Надо всех убить. Давай бронебойными огонь. Замечательно. Этим вперед нужно выдвигаться. Здесь вот у меня есть такой, который энергии запасется, если что, так надо. Сколько у него ближайший урон? 12. Пробивает 5 брони. О, это будет больно. Прям ремонт нужен очень срочно. Я не досмотрел вот это. Все, этот убит. Вперед погнали. Пока-пока. Сколько тут энергии? 6, да? Давай, бери энергию. Доктор у нас бежит. Кстати, надо попробовать модернизировать доктора, может, возможно. Нам явно не хватает запчастей, ну, то есть, чтобы собирать хороших ботов. Вооружения больше надо. Двигаемся сюда. Этих шершней сейчас забьем вот так. Сколько дает броня? 10. А у этих урон по 5. Броня сюда. О, шершни могут прям атаковать хорошо. Посмотрим.
Так, здесь все в броне. Ну, там впритык только атаковать. Так. Сюда броня. До свидания. Вот так вот. Броня, ракетницей добиваем. Нормально. Нормально все. Не делаем резких движений. Броня теперь 5, а этот дает 5 атаки как раз. Убиваем. А этот сколько дает? 4-6. Этот опаснее, кстати. Броня. Да, все еще не достает. Вот это уже достает. Все. Хорошо. Броня, броня активируется. А-а-а! Сюда. Отъезжаем. Ну нормально так. Все, убиваем его. Пушка хороша. Прям реально пробивает броню и клёво на это посмотрю. Плюс одно действие есть. Давай сюда. Оружие. Оружие мне надо. Ох ты, дымовая граната или замораживатель. А за, ну, тормозит на один ход. Или дымовые гранаты. Давай дымовые гранаты. Никогда не было. Посмотрим, что им надо. Значит, энергию я в два чипа положу и еще оружие возьму. Ремонтный дрон очень нужно, блин. Я бы ракетницу взял. 20 урона. Хороша, хороша. Вот точно. Два раза можно использовать. Радиус 2-3. 20 урона. Это боссов вырубать. Просто вот так вот. И каких-то мощных. Но мне очень нужны ремонтные дроны. Прямо очень срочно нужны. Поле боя. Что эти плюются. Перелетают через войск юнитов. Так, это что у нас? Снайпер какой-то. Тоже бьется. А, блин, я думал, это... Понятно. Мыша есть. В зоне вокруг семя. Убирает броню на один ход. Антиброня. Понятно. Понятно. Вашу мать. Значит, это сюда. Авианесущий вот так вот. Авианесущий. Аэронесущий. Новый корпус. Ну что, мотоциклетный ставим. Где наш трипл? Третий. Дымовые гранаты можно по ограничению хода делать. Ну, ну, два дрона ремонтных. Два ремонтных дрона. А нужно ли нам прям так много? Что мы можем из обычного вооружения мы поставим? Из обычного вооружения у нас ничего-то хорошего и нету. Дроны ремонтные хороши тем, что они могут блокировать. Давай. Дымовую гранату. И дронов сюда. Выглядит, конечно, максимально хреново. Ну ладно, мы к этому готовы. Ставим сюда. Ну и в бой тогда. Это уже плевать будет, да? Нифига. У нас броня выдержит, у него всего 6 урона. Ничего, авиаудар подходит ближе. Чуваки, а как вы ходите? Ого!
Отменить ход. Тоже отменить. Так они отменяют броню, блин. Похоже, сейчас я звездюлей-то получу. Так, так, броню я теряю. А если так перемещаюсь? О, нормально. Первый дрон, лети сюда. Оказывай ремонт. Быстрее, так. Так, второй дрон. Сюда. Тоже ремонт живенько, как-то так. Можно бросить дымовую гранату. Но пока это мне не надо. Профессор. Артиллерийский дрон. Сюда пошел. Давай авиаудары попробуем предсказать вот так. Ну, тут не дойдем. Все, ждем. Летучие мыши, конечно, жесткие. Снял броню. Да, они просто тупо забирают броню всю. Одну летучую мышь мы угадали. Надо убивать прям летучих мышей срочно. Полный вперед. Броня ждет. И ждет. Как-то так. Живо сюда. Ремонтный дрон как-то так. Мотоциклет пока не подойдет. Кстати, если что, можно же реактивироваться. Так, давай. Отлично, авиаудары пошли. Реактивация. Хорошо. Убиваешь его. Первый готов. Так, нам надо набросать на максимум, чтобы можно было. Давай вот этого противоброневого тоже убиваем. Чтобы нас не мешал тут. Броня. До свидания. Муха. Пока. Все, муха хороша. Мы ее убили. Это да. Дымовая граната. Ну давайте попробуем. Чисто посмотрим, как она выглядит. Ха. Эффект не остается. Жалко, да. Так, вот орда. Ох, какая красота. Нам нужно отступать и на самом деле энергию сейчас поднимать. Отходим. Как раз и поремонтируемся. Куда эти могут двигаться? Эти могут двигаться сюда. Авиаударом, так. Ловим их слегка. Все, конец хода. Не словил. Мимо прошло. Давай сюда еще. Мух убивать легко. Ага, выжить два хода. Ну так это легко. Походу. Все, так, этот я знаю, куда буду двигаться.
Может, либо туда, либо туда. Поскольку я знаю, куда двигаться, то буду атаковать по всем направлениям. Так. Так и так. Ну что, пробуем. Блин, люблю вот количество вот этих всяких атак. Это реально круто. Так, давай дрона сюда. Первый дрон быстренько так. Этот дрон вот так. И ремонтируй. Нас прям становится очень много. О. А, блин, забыл энергию забрать. Твою мать. Дронам нужно забирать энергию. О, красота! Всех почти перебили, да? Сюда подходим, броня. Типа их можно вот так взять, убить волну. Это я впервые взял и убил волну. То есть там не надо всех убивать, нам нужно выдержать волну. А я их взял и перебил. Впервые такое. Впервые. Ну что, к бою. Вот эти по диагонали 8-10 урона наносят. Давай, мотоциклет и так. Нормально, нормально. Все. Давайте к бою. Ничего улучшать я даже и не хочу. Вот возьму сюда, пойду. А чё, он так далеко доходит? А, это вот этот доходит. Хорошо, стоп. Отмена. Так, этот броню уже активировал. Авиаудары вот так запущу. Хорошо. Броня. Доктор дебил бежит вот сюда. Да ты что, кто-то может все равно достать. Вот это да. Ну-ка, дрон, быстро забирай. Очки как-то так. И ремонт. Мне не нужен, походу, ремонт, да? Да, вот этому ремонт еще надо. Ну, конец хода. Нам снова нужно волну ожидать. Пока-пока. Вашу мать, сюда подходим. Щит. Щит. Бронебойными огонь. Не, ну так вообще его легко. Ракетницей. Ну вот какой здесь сюрприз, да? Здесь понятно, что вот так и вот так они будут подходить. Ремонтный дрон сюда, этот вот так вот и дебил посредине. Не. А, вот один стритик подошел. Пока. Живой до сих пор, вот это да. Ага, нужно разбить орду. Давай, починю. Все хорошо. Броня активирована. Да. Угу. Ждем. Сколько тут еще энергии осталось? А ну все, добиваем. Муха перебита. Ну, давайте, босс. Ждет. Кто у нас босс из себя представляет? 50 здоровья, сопротивляется дебафам. Перелетает через всех.
12 урона на 2 радиус. Ну, не так-то, чтобы много. А что, мне оружие нужно, да? Мне нужно оружие. Ладно, открываем оружие. Дробовик. Кстати, неплохо. Меньше урона начинается, но ну, неплохо. Беру дробовичок. Так пойдет. И улучшение можно. За 4 что у нас? Дробовичок, если улучшить, будет 16. То есть это 8 и 4. Ну, я бы улучшил дробовичок за 10. За 10. А у нас есть трансформация энергии. Это нужно 6 купить. 6 на 4, 24 энергии потратить. Ну, я думаю, можно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Улучшение. Где мой дробовичок? А дрон, дрон будет 10 здоровья лечить. Ну, мне пока и так нормально. Вот, дробовичок. Все хорошо. Мехи. Знаете, кому нужно? Вот, вот этому парню нужен точно трансформация. Где наш дробовичок? Вот. Эти помехи я не увидел пока, чтобы они понадобились. А дробовичок, думаю, пригодится. Мы можем еще два меха заделать, но, честно сказать, я даже не знаю, какой ну, делать. То есть можно, конечно... Знаете, можно сделать вообще... Нет, такой не получится сделать. Технически. Технически можно было бы делать. Но у меня нету вооружения для технического боя. Поэтому все. До следующего эпизода.